Молоковское сельское поселение – стремительно развивающаяся территория Ленинского района, где одновременно соседствуют как жители частного сектора, так и высоток новостроек. Здесь активно строятся детские площадки. Так, недавно открылись в деревнях Мисайлово и Орлово. Отреставрирован дом культуры «Буревестник». Теперь это современный досуговый центр, где стало проводиться еще больше социально ориентированных мероприятий для ветеранов, людей с ограниченными возможностями, а также многодетных и малообеспеченных семей. Все, что намечали, все сделали. Планка такая высокая была взята. Я думаю, что и в 2018 году мы не избавим наших планок. Обо всех достигнутых в 2017 году результатах во время ежегодного отчета доложил глава поселения Виктор Огоньков. Он с гордостью рассказал, что в минувшем году удалось реализовать основную задачу – строительство водозаборного узла в селе Молоково, а также подъездных дорог к деревням Андреевская, Богданиха и селу Остров. Долгие годы люди испытывали неудобства из-за отсутствия здесь тротуаров и освещения. Теперь дороги взяты в муниципальную собственность. Несмотря на дефицит в бюджете, все планы осуществились. Когда мы принимали основной бюджет, у нас немножко денег на наши все пожелания и хотения не хватило. Значит, с дефицитом бюджета там, по-моему, 47 миллионов. Но благодаря тому, что, значит, в конце года на единый счет поселения там, значит, были от аукционов деньги возвращены, значит, мы этот недостаток бюджета покрыли. И на сегодняшний день у нас денег хватает на все, и еще будем делать поправки в бюджет. Традиционно на отчете присутствовал глава Ленинского района Олег Хромов, которому от местных жителей поступило немало вопросов, в основном касающихся темы заключения договоров на вывоз мусора из частных домовладений. Руководитель муниципалитета пояснил, что в соответствии с новым законом Московской области теперь штрафовать за отсутствие договоров может местная власть, поэтому всем частникам необходимо срочно позаботиться об этом. К примеру, глава поселения или уполномоченное им лицо, постучавшись в калитку к частному частное домовладение, у которого нет договора на вывоз мусора, теперь будет являться не увещевателем, а тем органом, который может составить административный протокол и применить меры воздействия. Меры воздействия, напомню, 5000 рублей за незаключенный договор. Накладывать ее можно с периодичностью раз в месяц. В 2018 году в планах у местной администрации продолжить строительство детских и спортивных площадок, развивать молодежную политику. А пока поселение готовится к выборам президента России. Это нетрудно было понять по присутствию на отчете представителей избирательного участка. Они консультировали жителей, рассказывая, где можно проголосовать и как это удобно сделать. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.